читала, что кремы – это химия, а сперма – это живой продукт, живой. Они 10 минут живучие. Что такое сперма? Это, сами знаете, из этого рождаются дети, высший разум, высшее существо. Смотрите, что такое крем? Крем делают на заводе. Чтобы крем не портился, туда вводят химические добавки, чтобы он был, как сказать, долго хранился. Это уже вред для кожи и для лица. Дальше. Кожа имеет поры на лице. Вы берете крем, вдавливаете его туда. Он эти как бы поры занял, и у вас лицо как бы растягивается, временно растягивается. Но химию вы получили, дозу химию, вы по существу отравили свой организм. Дальше переходим к сперме. Сперма – это вообще божественный эликсир молодости, красоты и зачатия детей. Как можно пренебрегать этим? Как можно? Наоборот, надо мужика самой жопу не наедать на два стула. Лучше кормить хорошо своего мужчину мясом, чтобы он выделял хорошую сперму, качественную. Вот. И вам доставалось. Вот. А сами сидите на голодном пайке, чтобы были стройные. А мужика кормите, чтобы он выделял, как жеребец, хорошую сперму. И вы все себе массируете в голову, в щеки, куда хотите. Ничего я не буду пользоваться этими кремами израильскими. Мертвое море. Это считается хорошей косметикой. Вот, полные банки. Полные банки. Да не буду я в жизнь пользоваться. Вот приедет Саша, я начну рот открывать. Ах, эликсир, эликсир, дай мне эликсир. Дай мне эликсир, дай мне эликсир, я хочу.